Друзья, всем привет! Что у меня тут? Такие красавчики, свиная вырезка. Видите, какой огромный, хороший, красивый. Свеженький, тем более. Опа, а еще. Я вино приготовил, буду пить. Поздравить вас с прошедшим, со старым Новым годом. С праздником. И еще со старым Новым годом. Ну что, друзья мои, смотрите, какие у меня красавчики. Теперь буду мариновать нужно это все. Красавчик, тут нечего снимать, тут даже то, что висит, это ничего страшного. Мы будем обрабатывать. Приготовлю очень вкусный шашлык. Это особенно, чтобы приготовить вкусный шашлык и вам поздравить со старым Новым годом. Так, буду резать вот такие ширины, друзья. Джан, вот так. Все, вырезка, он такой мягкий, свежий мясо же. Вот тогда я же, какой хороший вырезки. В тот раз я взял вырезки, у меня не было такие хорошенькие куски, а теперь они отличные у меня. Отличники, пятерка. Так, вот такая ширина. Почему такая ширина? Это на шампур то, что надо, да? А, скажи честно, аппетитные куски? Да. Смотри, как красиво выглядит. Конечно. Красота. Все, теперь, друзья мои, приготовим маринад, чтобы вкусно мариновать такой красавчик мясо. Руки почистить. Погода у нас вроде солнце, вроде дождь, вроде зима, вроде мороза нету. Так, ну что, посолить. Сначала, ну не посолить, а берем соли, вот столько, 1 столовая ложка, пищевая или пойдет, черный перец, красный перец, красный, это сухая аджика, красный молотый перец, полумолотый, куркума с зеленью, и еще у меня томатная паста тут, друзья мои. Так, к нему мы добавим чуть-чуть соус бальзамика, да, один столовая ложка и, ну, конечно, соевый соус к нему очень подходит. Раз, два и три. Друзья мои, по вкусу можно делать даже чеснок, знаете, ну, дома дети не очень любят чесноком, потому и я не добавляю. Все это хорошенько перемешиваем и сделаем однородную массу, да? Так, и чуть-чуть розовое вино. Чуть-чуть. Вино, это не важно. Ну, думайте как. Будет вкусно с вином тоже. Я надел перчатки. И теперь мясо сюда, в маринад. Опля. И хорошенько перемешиваем это все. О, упал. Гости будут? Нет. Сегодня я уезжаю на 2 дня на отдых с моими друзьями. Это отдых в Бельгии, Арден. Кто знает Арден, там курортное место. Будем отдыхать там с друзьями. Все. Мясо мариновали, друзья мои. Все, я сразу буду заматывать. Заматывать в чем буду, это вы увидите. Друзья мои, теперь у меня копченый, очень вкусный свиной бекон. Что будем делать? Ну, уже вы знаете. Будем по одному заматывать вот сюда, прямо вот так. В перчатке. Знаете, неудобно работать в перчатках даже, честно я вам скажу. Я вот. Тоже не могу. Я, нет, неудобно, просто и получаем вот такие красавчики, по одному, и сюда. В перчатках, честно, мариновать бекон не стоит, потому что он копченый и солененький, он имеет свой вкус. А почему я делаю так? Потому что мясо будет впитываться с жирком, когда пожарится, и там аромат туда уже пойдет. Очень вкусный аромат будет. Так что попробуйте готовить так, и вам очень-очень понравится, друзья мои. Моя Аня молча снимает. Да, Аня-джан?
Да. Да, надо. Угу, дождь. Друзья мои, да. Хочу сказать, что для моего канала лучше подходит, чтобы я готовил побольше мяса. И тем более готовить мясо на мангале. Скажите, вы согласны со мной или нет? Вот этой концовки, чтобы не раскрывался, но потом я покажу вам. Но вы сами должны знать, что шампур одевается отсюда. И он падать не будет, да? Я одну переживаю, друзья, Джон. Дождь идет. Не знаю, как пожарить. Ну, вроде бы, как я закончу. Мне нужен всего лишь минут 40, 1 час максимум, чтобы пожарить или закончить видеоролик с такой погодой. Потому я часто не могу готовить. У нас всегда дождь, 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 дождь. Надоело уже. Лучше бы был мороз и снег. Я даже мечтаю под снегом готовить жарить шашлык, мясо. Да, я тоже. Снегом. Это мечта. Я тоже. Это мечта. Ну, у нас такого не бывает. То, что в детстве видели, и все. Да, в детстве это в Армении был такой. А, еще в Москве, когда я был. Но это давно уже. О, друзья мои, у нас получилось наш настоящий шедевр. Но в конце еще вкуснее будет. Буду обрабатывать по-другому. Чуть. Хорошо, друзья мои? Смотрите, сколько шампуров у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять шампур. Пять, четыре можно делать. Можно четыре шампура и все. Классно будет, очень классно. Ну что, все, уже теперь пойду заводить мангал, и все, наш красавчик приготовится. У нас еще есть ассортимент шампиньоны, помидоры черри, свежий базилик и свежий цибулька. Вот настоящая цибулька. Без слов. А где написано цибулька? Нигде не написано. Био. Ну, это тут цибулька, говорят, это тоже. Цибуля, цибулет, цибулет вообще-то. Ну что, все, да, Анджан? Все, друзья мои, теперь начинка, да? Вот эта цибулька такой, это называется, на французском называется эшалот. Это специально для хороший вкусный соус, для начинки вкусный. Это очень такой особенный лук, знаете. И все, я буду готовить из этого начинку. Вот так, не мелко, вот так порежем, друзья мои. Я уже мангал готовил, дождь нету, ну почти прошел час, даже мясо хорошо уже мариновался, это в течение часа это нормально. А если когда готовишь вкусный вариант маринад, даже сразу можно пожарить, не надо ждать сутками, тем более при такой погоде солнце иметь, чтобы готовить видео, вот и надо уже не ждать, надо сразу готовить. Ну что, цибулька готов, эшалот готов, да? Это мой самый любимый миска, да? Самый любимый. Да, это миска. Это напоминает СССР. Да, точно. Аня Джан, тебе не холодно? Нет. Нет, дорогая Джан, будем пить 50, я буду за рулем, но 50 грамм, я тут чуть-чуть глоток сделаю для наших моих друзей. Так, это тоже готово. Нет, помидоры чили не буду тут перемешивать с этим, это в конце. Это заберу с собой туда, возле мангала, шампиньоны, даже не очень хочется резать. Видите, у меня особенный шампиньон. А, они так вкусные, Жош. Да, 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 Анджан, это так вкусно. Не хочу, это так и остается. Это что, шампиньон? Такой ассортимент я взял. Посмотри. Разные, смотри, смотри. Все, такой ассортимент я взял. Спасибо. В магазине прямо. Вот это тоже, смотри, Аня. Какие красавчики у вас. Ан, да. Капает дождь, но мы успеем готовить шашлык еще. Еще как успеем. Это все сюда, друзья мои. Это все сюда. Не буду резать шампиньоны, да? Самолет наш смешаешь. Вот это пополам, хотя бы это. Ну, все, остальное супер. Остальное все нормально, да? Все, друзья мои, еще приготовлю свежий зелень, цибулька, да? И от свежего базилика тоже будет. Он будет расти еще.
промыть не надо, оно чистый, аккуратный, свежий. Базилик вот так и оставляю. Не буду резать, да? Ты мне нужен прямо так, мой красавчик. Вот так. Вот так прямо. А цибулет надо чуть-чуть убрать лишнего. Цибулеты для финала, да? Вот так. Аня Джан, сейчас мясо на шампур и пойдем пожарить мясо. Вот шампура мои. Я буду их насадить на шампура для кебаба. Шампура у Жоржа, видите, да? Вот я... Вот такие красавчики шампура, чтобы вам иметь, можно заказать у меня на сайте. Ссылка в описании. Лаком покрыта аккуратно. Такой красавчик. Он такой мощный даже, очень мощный. Все, теперь мясо на шампур, друзья мои. Не буду говорить больше. Для заказа ссылка в описании. И все, пошло. Большие вместе с большим, да? Большие большоватым, а маленькие вместе. Большие вместе, маленькие вместе. Извините мой русский язык, друзья джан. Вот то, как я сказал, вот эти конечники надо насадить на шампур, чтобы он не раскрылся. Еще одну, да, джан? Еще одну, да? 6 штук. По 6 хватит. Нормально. Все. Будет жариться вкусно. Все, Аняджан, мы готовы. У нас получилось 4 великолепных шампура. Смотрите, какой красавица получилась. Все, все взяли с собой и идем к мангалу. Там же будем дегустировать, там же будем пробовать. Все, пошли, Аняджан. Я иду. Сейчас будет вкусный запах. Аняджан, поправь скатерть, пожалуйста. Сейчас. Все. Такой красивый стол. Аппетитный, да? Аняджан, будешь пить 50 грамм со мной? Конечно, вино я... Вино любишь? Не откажусь. Все. Ну что для надо для хорошего настроения? Любимой женщиной пить 50 грамм возле мангала, жарить шашлык. И дождя нету. Дождь нету, дождь нам не мешает. Даже если будет, не мешает. Когда есть любовь, это все... Да. Все закрывает. Аня, я взял два бокала для вина. Длинный бокала. Все, будем пожарить и будем пить 50 грамм с моей Анечки. А это, чтобы пожарить овощи. Это пока сюда на время. Я представляю, какой вкус. Все, наш мангал готов уже. Аняджан, удалось сегодня готовить, делать, да, видео. С утра мы переживали, думаю, дождь будет, никак не получится видеоролик. А я хочу уже 14 числа января выставить видеоролик. Чуть-чуть у меня сюда для шашлыка. А сюда побольше для чего, Аня? Для жарки. Для жаровника. Чтобы пожарить. Аня Джан. Друзья Джан, извините, школа рядом, дети кричат. Это уже не могу запретить. Ну что, все, он, да? Да. Пойдет так? Конечно, пойдет. Удобно. Хорошо погреется. Все, главное, не успели видеоролик снимать. Потом уже, знаете, сколько дней дождь, и даже сегодня немножко так, чтобы не сильный дождь. А так целую неделю, 10 дней показывать, что дождь будет. Все, растительное масло сюда, друзья мои, чуть-чуть. Опа! И погоду не будем хвалить. Ан, давай я сразу сделаю чуть-чуть горчицы с маслом. Это чтобы помазать на шашлык потом при жарке, когда жарится уже, понимаешь, да? Овощи, шампиньоны, лук, эшалот, перец, все вместе в жаровник и пожарить. Сразу же пожарить, друзья, там. Сразу. Джан, мой красавчик, Джан. Так звучит хорошо. А если дождь начнет, а что будем делать? Будем снимать или будем остановиться? Нет, будем никуда снимать. Никуда не денемся. Так, горчица. О, такой запах жесткий. Горчица с растительным маслом помажем сюда. Один раз хватит, да? Потому что сейчас буду переворачивать уже. Опла. Сюда тоже. Ох. Такой красавчик, Аня Джан.
Я давно не готовил такой шедевр, Жень. Чтобы я не проиграл. Это я буду виноват, если что. Ну что, с овощами что делается? Все нормально. Постараемся так, чтобы шампиньон не поломался. Но если поломается, ничего страшного все равно. Все. Займемся с мясом. Все, мои красавчики, да? Аня, я наливаю вино уже. Я через 2-3 часа буду за рулем. Ну, чтобы почувствовать припять с вами вместе, не мешает. Все, жарится вкусно это все. А нужно посолить, знаешь? Ну? Я забыл полностью. А здесь нету? Нет, домики. Все, переворачиваем шашлык на другую сторону. Почаще, почаще. Вот сюда. Вот так. Друзья мои, черный перец, это очень идет сюда. Очень идет. И посолить. Все. Все, я свое дело сделал. Посолить. Так вкусно пахнет, аж слюнки цепит. Все, теперь что нужно делать? Теперь, друзья мои, сюда добавим помидоры черри, да, чуть-чуть. Много не надо, вот так. Все, обалденно будет, обалденно будет. Все, теперь переворачивать мясо нужно. Опас, ужарится. Капает. Жалко, ну все равно я уже заканчиваю. Все, Анджан, я добавлю зелья сюда. Опа. Ох, такой красавчик у нас. Вах, мама Джан, получилось, друзья Джан? Конечно. Красиво выглядит. Конечно. Вот так немножко раскроем, чтобы между ними пожарился тоже. Вот так. Он такое мясо, что и сочно будет, и вкусно будет, и ароматно будет, и сырой не останется, конечно. Все, Аня, это я забираю уже. Да, овощи хватит. Анджан, я тебя убираю в сторону. Потому что уже хватит это. Не надо, чтобы сильно жарится. Слышь, бекон оторвался, висел и черненький стал. Ну это нормально. Это нормально, ничего страшного. Все, по бокам и все, мясо уже почти готово у нас. Приготовлю уже, дорогая Джан. Лаваш такой красавчик. Лаваш это от моей сестры и от Ани. Аня тоже помогает сестре. Все, один хватит, да, Аня? Или два сделать? Давай два. Вот для так, такого вкуснятого. Вот так, да, вот хорошо. Сюда, так, прямо так. Он будет стоять так теперь. Да. Все, это маленькие куски уже готовили у нас, друзья мои. Вот. 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 Вах, так. Так вкусно, друзья, Джон. Бомба. Он такой запах, такой вкус. Вах, мама Джан, да? Аня, твое вино. Да. Друзья Джан, жалко, нас некого снимать. Вот. За ваше здоровье. С прошедшим праздником и с Новым годом, со старым Новым годом. Будьте здоровы, мир, друзья Джан. Обнимаю. Апа. Этот вино убираем, это не реклама. Аня, это последние два оставлю пока. Да, можно. Для меня оно, ну, вообще-то готово. Смотри, внутри. О, красавчик. У тебя начинка сюда теперь.
Вот у меня работа есть теперь, надо промыть это все. Оно тяжеловато, не для женщин это. Вот так. Все. А что я буду делать? Чистить жаровню, я знаю уже. Да, это у всех болезнь из детства. Я тоже люблю. Я не знаю, сейчас новые поколения такое делают или не делают. Ну, сделают. Кто делал так, скажите честно. Это самый вкусный. Опа. И ушли. Закроем, Жоржа. Сейчас закрываем. Вот так. Ну, у нас еще два куска снимать, Аня. Ну, снимем, чтобы не остыло. Дождь капает, мы закончили, все. Друзья, Джан, мы закончили. Все. Это тоже готов. Это хорошее мясо, такое нежненькое. Он жарился, еще как жарился. Все. Ну что, Джан, я вот это и беру, да? Можно это взять? Можно меня это взять, а? Можно. Он, ты знаешь, такой... Острота есть остренький, знаешь, чего? Это... А, соус барбекю? Нет, перец. Перец был, зеленый перец, да помнишь? А, да. От него и острота дал, вот шампиньоны сюда. Вот так. И наслаждаться. Теперь наслаждаемся. Жорж, закрывай, пожалуйста. Хорошо, закрывай. Лавашем, вот так. Все, друзья, Джан. Аня говорит, закрывай, а я буду слушать. Закрываю и заканчиваю наш видеоролик. Попробую, как получилось. Как масло тает во рту. Друзья, Джан, всего вам хорошего. Приятного вам аппетита тоже. Я не хочу промокать голову, потому что сейчас гриппа много, не хочу поболеть. Всего вам хорошего. Оставайтесь с миром и давайте любим друг друга и уважать. В этом мире мы ничего не возьмем, кроме уважения и любовь надо. Правильно, Анечан? Правильно. Когда есть любовь, все будет. Все будет. Без любви за ничего вас. Не будет. Надо любить друг друга. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам понравился видеоролик. Всего вам хорошего. Подпишитесь на мой канал и спасибо заранее. Пишите в комментариях. Спасибо заранее. Все, Анечан. На здоровье. До дна можно было? До дна. Да, хочешь? Нет, потом. Заканчиваем. Успею кушать. Все, закончим? Вот так вкусно. Да? Сейчас попробуем.